Что думаешь о спиннерах? Меня уже задрали эти спиннеры. Победа, трамвай. Йоу, знаю, что многие из вас любят играть в игрухи, и сегодня я хочу рассказать о мобильной стратегии Терминатор. Игра сделана по мотивам легендарного фильма и уже наделала много шума в Google и App Store. И была отмечена как уникальный продукт. В ней ты сам выбираешь, за кого играть, за людей или за машины. Терминатор не отнимает много времени, и когда есть лишние минутки, повеселиться в игре самое оно. Скачав игру по ссылке в описании, вы получите дополнительно 150 монет, которые в разы ускорят развитие в игре. Кстати, на днях будет крупное наступление на вражеский лагерь, так что качайте игру, чтобы не пропустить. Ну а сегодня у нас кадры с моей днюхи, мнение о спиннерах и попытка залезть с трамваем в мопед. Нет, не так, с мопедом в трамвай. В общем, много всего интересного, так что усаживайтесь поудобнее и обязательно, ребятки, досмотрите видео до конца. Там вы сможете повлиять на мое решение. Игорь сегодня хочет попробовать опасность. Он хочет сделать бэкфлип отсюда. Сюда. Ну, нормально, почти уехал. Вау, хорош! Так, чуваки, сегодня девушка ко мне приехала в Германию. Сейчас будем ее встречать. Я надеюсь, она не потерялась. Это наш дом. Опля! 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 Чуваки, тут такое дельце, приехал Илюха и хочет забрать этот вот мопед домой. Но прикол в том, что живет он не очень близко, и он решил с этим мопедом залазить сейчас в трамвай. Естественно, я не могу это пропустить, и нужно посмотреть, как его менты будут забирать. Ну, конечно, он надеется, что не будут забирать, но я все-таки хотел бы это увидеть. Там еще и колесо спущено. Давай, давай, давай. Поехал дальше, работай. Давай, 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 давай. Газу. Нажимай кнопку. Там он сейчас чувак нажал уже. Давай, давай, завози. Че, походу не состоялась поездка. Слишком далеко? Не состоялась, к сожалению, поездка, не пустили Илюху, поэтому сейчас с ним пойдем пешком, хер знает куда. У нас на работе приятная новость, но, к сожалению, меня и Денчика она не касается. Его. Те, кто работает сколько? Больше 4 лет? Больше 3. Больше 3 лет те, кто работает, могут выиграть машину. У нас между работниками будет разыгрываться машина, так как у парка в этом году юбилей. И, возможно, кто-то из пацанов выиграет тачку. А что за машина, пацаны, кто знает? Смарт. Смарт? Да. Да какая разница, все равно продавать. Тоже обидно. Обидно, я тоже машину хочу. Че, может, когда-нибудь подписчикам машину буду дать? Давайте все! Happy birthday to you! Вот так вот меня поздравляют! Thank you! Йоу, чуваки, сегодня приехали, у меня днюха сегодня, и мы приехали, ну так сказать, ее отмечать в парк, в детский парк развлечений. В прошлом году здесь уже были. Обычно в моем возрасте днюху отмечают где-нибудь с друзьями на шашлыках! Вот такая!
наши дневные груз. Так, ну что, время следующей горки? Надоело это всем. Я не хотел мучиться. Ты, дружище, мы быстрее куда? Забудет. Ну а теперь время машина. А где машину угнать можно? Будет хорошо. Может, в этом и вся суть. Постоять и отдохнуть. Не сдавайся и держись. Все будет. Пацаны, не знаю как вас, но меня уже задрали эти спиннеры везде, не в трендах YouTube, в супермаркетах. Я, наверное, сейчас не сдержусь и куплю себе один. 2 евро, 4 евро. Давайте возьмем дешманский вот такой спиннер. Я покручу его, не знаю, ну я не понимаю, что это вообще за хрень. Напишите в комментариях, нравится вам спиннер или нет. Давайте сделаем так, если они вам нравятся, напишите хэштег «нравится». Если вы считаете, что это херня бесполезна, напишите хэштег «херня». Мне интересно, моя аудитория вообще, нравятся такие игрушки или нет, или... Как они вообще в тренды попадают? Что это такое? Давайте возьмем дешманский. Даже не пожалею, 2 евро. Такой красненький возьмем. Блин, просто хрень, которая крутится на пальце. Сейчас я вам покажу кассу самообслуживания в Германии. Так, давай по-русски мне. Выполните сканирование. Все будет хорошо. Теперь сейчас будет момент, который мне нравится больше всего. Берем монеты, те, которые есть. Просто сыпем их туда. И оно само считает. О! Все, и кассиры даже не нужны. Не забудьте забрать. У нас бы, я думаю, все наебали этот автомат. Пишите в комментариях, как думаете, будут ли у нас когда-нибудь такие автоматы в нашей стране, кассы самообслуживания. Или может уже есть, и я просто не в курсе. Прошу тебя, только себе не лги. Тупо у меня, я был тебя, но мы не целые. И не друзья, и не враги. Я твой недостаток, ты моя вселенная. Челяба тут сегодня веревку натянул, слеклайн. Будем пытаться по ней ходить, учиться. Я когда-то пробовал, но что-то не особо у меня получалось. Челяба, шарь. А что ты в кроссах? Ну, вроде надо босиком ходить. Можно и в кроссах, можно. Да? Я буду босиком, как настоящий слеклайнер. Блин, у меня потом все грязно. Так, ну что, пробуй. О, слышь, смотри, я колдую нормально. А дальше сама. У нас с Денчиком одинаковые футболки для выступления в шоу. Его сейчас нет здесь. Я взял его футболку, заныкаю. И после шоу кину на стол, типа я его футболки катал. Посмотрим на его реакцию. Расстроится он или нет. Мне кажется, Денчик не поверит. Денчик, спасибо. Ты чё, охуенно? Да, мне моя в стирке понравилась. Ты реально? Да, чё? Да я не моя. Моя, блядь, чистая. Она чистая, ну, так и я чистый. Пахнет моими духами, ты в ней не катался. Сейчас посмотрим реакцию на спиннер на работе. Чё, Данчик, чё думаешь о спиннерах? Честно говори. Херня. What do you think about spinner? Spinner, let me try. I have one. You have one? Uh-huh. Let me try. Adam, what do you think about spinner? I never used one. Rubbish.
Yeah. Говорит мусор. How do people do it so fast? Wait, Lego. Давай, давай, Денчик. Блин, англичанину наоборот нравится. Странная хрень. Смотри, он играет, там что-то крутит на локтях. Купил спиннер. Да ладно. Да. Чего да. Пластиковый? Самый дешевый купил, я не могу на это деньги тратить. А у Михалыча есть самодельный спиннер. На палочку. Покажи. Беру. Че, давай сравним спиннер своими руками. А, купим. Подожди, дай-ка я другой кусочек. Что, кто-то очень крутится, но у тебя скорее ну, всего. Ну давай. Раз, два, три. На заре я легко крутнул. Но у меня все равно, видишь, это хрен. Это потому что из роликов взят просто. Обычных роликов. Вынул из колес подшипники и сделал. Из роликов сделал? Ну да. Из старых колес. И стянул просто коммутами для проводов. Да бюджетный спиннер. Ну да, самый бюджетный. Нам дали заполнить вот такие вот бланки с пожеланиями, чтобы мы хотели на работе улучшить, сделать, добавить, попросить. И настолько крутая работа на самом деле, что я не знаю, что писать. Я вам написал отремонтировать контейнер. Контейнер? С кулером и Wi-Fi. И все. Элис. Вау, this is amazing, this is German. Shut up, shut up. Что такое? Стол, just да нет, мне даже стол. И мне реально ни хрена на работе не надо. Я вот сижу, думаю, и крутая работа, походу. Девок? Ну то, да, разве что телочек сюда привезти. И вот там кровать поставить. Элис! Привет! Сей, ставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нет, нет. Сучка, блядь! Стукнуло 100 тысяч подписчиков, я решил снять видео об одном дне из своей жизни. Я это видео практически отснял, но пересматривая материал, я понял, что скорее всего вам это все будет неинтересно. Но так происходит довольно-таки часто. Я снимаю видео, понимаю, что вы вот это скорее всего смотреть не будете, и я удаляю материал. И часть материала с однодневного видео я тоже удалил. Но сегодня ночью, монтируя видео, я задумался над тем, что возможно многие люди будут смотреть этот сегодняшний видос и не понимать до конца, где я работаю, чем я занимаюсь, кто я вообще такой. И я задумался над тем, что, возможно, нужно было этот однодневный видос все-таки выпускать. И хочу, чтобы вы проголосовали. Если это видео собирает 15 тысяч лайков, то я все-таки доснимаю видео, часть материала, который я удалил, все-таки делаю это однодневное видео. Если вам это не интересно, просто не ставьте лайк под этим видосом, я выпускать такое видео не буду. Ну а с вами был Дима Ястреб, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем удачи и пока!